ним. Клещи даже от матча вашего. Так а чем тут матч получше? Реальные люди, а это иллюзия. Не понял. Ты о чем? Кто сейчас разговаривал? Это Лена говорила. Кто, блядь, что тут может разговаривать? И это Адми, я вижу, это тут тоже есть. Ну, ФСПшку, если не спутаешь. Rise and shine, Mr. Freeman. Оу, смотри, скрести, что-то я пью, заставилась даже кто-то не вижу. Думаю, у многих микрофон вырублен, ну чё, но от Мидаса Дэйл Маны. Чё за херня? Я понимаю, там... Я кушаю, я ничего не чапаю. А, ну, да, правильно, когда я шутикал. Многие кушают. А я молну до воду. Вот. Мой компьютер ханвайрует. Wait, друг. Наверное, иностранец какой-нибудь. Wake up and smell the ashes. Сколько нас? Человек? Help me. 28. These are good скриншотс. These are really good скриншотс. О боже, блядь, что происходит здесь? Он развернул игру. Пиздец, блядь. Да, да. Такое не часто встретишь. Let's get moving! Heads up! Get the hell out of here! Ох, черный, как скатал на ухай, красавчик. Черный красавчик, понятно. Все равно всегда на этой карте хочется shift нажать. They can't stop us all. Never mind. I agree. О май гад. Обидно, да? Ох, мы стак. Ля-ля-ля. Jump over him, I think we can do this. Stop, you're killing me. Okay, you can jump on his head. Карта отключается поскорее, блин. Они перепрыгивают. I can. Who posted the fucking... The killdozer. Someone placed the killdozer on the wall. Jesus. Where's the image of synergy of swastika there? It's a swastika. Sure. Нет, она за 2 часа вроде как. Suspicious. Yes, Barney, what is it? I'm in the middle of a critical test. Is that a fucking tree? Oh my god. Нет, музыка прям здесь вся прям кайфовая. Потому что я, когда ищу музыку, я довольно щепетильный к этому с высот отношусь. И мне тяжело найти. Я довольно музыку, которую слушаю, и мне как-то по кайфу. Так сказать, с Трейзи. Моего поколения музыка. Окей, Гордон, ты должен сделать свой путь к доктору Клайнеру лабу. Арбамус. Арбамус русский или иностранец? Нет, не так. Иначе будет просто слышать. Да, все, тихо. Holy crap! Help! 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 Yes. So, holy combine run. Help! Help! Get down! 2 места осталось на сервере свободных. Мне кажется, минут 20 народу говорит, блин, кто музыку выбирает? Чего это мы включали? Я не знаю.
А кто голосовал за скип? А мы писать твоя музыка или... Я включал, я и скипываю. А, кастыто. Все нормально. What is the rebel rush request? Ай! Oh my god. Ай! Не туда. Чё-то я не туда, ну ладно. Да отстань. Они блочат лестницу, боже, что они делают. Это гравитацию на ноль, что ли, убрал? Анубис. Анубис. Почему? Да, прямом, ну ты говоришь лестницу. Нафига тебе лестница? Ты гравитацию вырубил? А, да, да. Блядь, ну я хотел на лестницу залезть, а не гравитацией пользоваться. Типа ты забросил. Он на карусельке покатаемся. Ролл надо на другую еще. Hello there. Hello there. А кто это говорит? С кем поздоровался? Я залез там на шары, поэтому это не ко мне. Пусти нас там байк. Нас больше. There you go. That's a lot of XP. Да. Людей тут. Черная картина. Это реально реакция комбайнов, которые такие... And oh my god, I got a free TV. Реакция или чё? Прекрасно. Run, gentlemen. Да я на час включу, сейчас я включу другую. Включи какой-нибудь, как ты включаешь обычно, чё не с такое. Любимый трек. Так полис включи, чтобы постоянно бегать, не включать. I'm not dead. Не добавлю. Я пока можно расслабиться. Get your free TVs. Dr. Freeman, I presume. Да, все мы 303 чувака от Фримена. The combine can be slow to wake, but once they're up, you don't want to get in the way. Одно место свободное. Я пошла умирать. Oh, this is an epic failure. Кто-то вперед меня побежал. Is that Rebel Rush? The Rebel Rush, you have to wait. I think you'll get it eventually. Okay. One good. Что сейчас будет проходить? I already have to go. Ну, я в этом сейчас только не буду. Я порядочный человек. А у нас еще есть, да, 29. In block. Ну, пипец. Безумно, я написал, что кто-то еще зовет. Хорошо. Все уже запомнил, уже. Alright, ну, если кто-то видит, то, конечно. О, Луфа даже что-то сделать смогла. Я ее даже не вижу в этот окно. Тихо. Сколько... Тихо. Чтобы залез, может быть, бедная. Хорошо, что мы прозрачны. Стоп, а здесь... А, не прогрузилось просто, я думаю, что гравитации-то нет. Я застрял, тихо. В чем ты застрял, интересно? Help, I'm stuck. Застрял в женщине, представь себе. Валикс, что ли? Неужели она такая крепкая штучка? Да. Так что вариантов не так много, на самом деле. Where did she get to? Lamar, come out there! Ох, я так забыл. Иди.
Бля, Ламар не считает. Мне нельзя выпрямить. Что, улетел кто-то уже? Блять, монитор отставь. Я даже не вижу в списке, кто это. It really is you, isn't it? I found him wandering around outside. Bit of a troublemaker, isn't it? Блин, почему ты меня в списке держишь? Это нечестно. Careful. I must say, Gordon, you come at a very opportune time. Alex has just installed the final piece for our resurrected teleport. I can't take any credit for the breakthrough, Doctor. Nonsense. Your talents surpass your loving. Let's just see if this thing works, okay? Well, is he here? There you are. Come in, Gordon. You stirred up the hive. Давайте кого-то. We can't keep him here long, Doc. It'll jeopardize everything we've worked for. Ruffle dice. He's coming with me. That's right, Barney. This is a red letter day. You mean it's working for real this time? Because I still have nightmares about that cat. No, no. There's nothing to be nervous about. We've made major strides since then. Major strides. What cat? Doc, since he's not taking the streets, you might as well get him out of his civvies. What? Oh, dear. You're right. I almost forgot. Barney, I'll give you the honor. I've got to get back on my ship. But okay. Here we go. Get it off me. А теперь настало время искать чувака с этим ником. Certainly not. Never fear, Gordon. She's debeaked and completely harmless. The worst she might do is attempt to couple it with your head. Fruitless. Get that thing away from me. Here, my pet. Hop up. No, not up there. No, no. Careful, Lamar. Those are quite fragile. Oh, fine. А, кстати, не знаю, слышит ли меня Моди, но я скажу, дальше он сам же решит. Короче, если писать вот GIF XP с указательным знаком, а не такую палочку, блять, ну, ты понял, то XP-шку не передать мне. Пишет, типа, нужно подождать 30 секунд. Ну, там, короче, когда... И сейчас. Ну, по типу так вот. Я чат написал. Так там без разницы. Либо acceptance lag, либо slash. Там без разницы, там по-любому. Нет, там можно написать GIF XP, ник и количество XP, сколько передать. Но там КД все равно будет. И пишет, что типа 30 секунд ждите. В смысле, нет лимита по XP или что, я не пойму? Он про 30 секунд говорит. Оно пишет, хотя я до этого не передавал, да. Ну, потому что, ну, ты, когда то, что пишешь... со слэшем не доделали, там болема-то ограничение добавлял, скорее всего, посекло. Ну, понятно. Ему никто не репортил, да, до сих пор не исправлено. И вот надо предложить, видите, смотри, Моди, ты говоришь, допустим, убрать это 10 XP, 100 XP, 500, ну это же мало. Оставить только такие крупненькие и добавить там 6 тысяч, 9 тысяч. Чтобы быстрее передавать, просто целый уровень передавать не хочется, я порой делюсь с кем-нибудь там, эксплой. Ну чё, ну это же так мы всё сделали, ну чё ты? Я-то сам не могу это менять. Лайген болит. Вообще, типа, нормальные игроки, как бы не те, которые тут уже задротят до хера лет, они не могут такие объемы вообще, в принципе, передавать. Чего ему там это добавлять, какие-то такие нововведения? Ну, о, нормальная музяка пошла наконец-то. Я говорю, я предложу. Я же не связываю ничего. Просто говорю, сказал, дальше лучше. А на то. Мы включим ее, когда монтировку подберем. Че будет играть сейчас? Very good. Final sequence. Кто-то пишет 32 человека, но у меня написано 29. Там включены. Там все.
Там, если да, информация вообще пересмотреть, показывает 33 из 33. Меня, пустите меня, пустите меня, пустите меня, пустите меня, пустите меня. Кстати, вот говоря, я за столько времени так и не узнала, как СВТ персон, ну, я... Как себя называть-то нормально, по-человечески, чтобы ты понял, что это к тебе обращение? Ну, по имени, да, не зовут. Зик, по имени. Тебя просто не обращаю. Старый никто. Просто не хочешь? Чего? Просто не хочешь? Эй, что я тут делаю? Почему мы под телепортом? Чего не хочу? Путин, ты мне говоришь? Я говорю, как тебе обращаться, чтобы ты понимал, ты не понимаешь, вот иди нафиг. Ну, я ответил, но ты почему-то фантазируешь сейчас. Сейчас. Я сказал, что меня Женя зовут. Угу. Ну, в контексте по имени. Если я считаю свой ник, то все персы. Как ты дома так называешь? Я ничего не вижу. Это мне что-то пишет. Я не понимаю, что оно пишет. Все, слишком много. Слишком много. Реально смешно. Ой, я по воде бегу. Ну-ка, а тут можно бочками сканера убить? Суков играет внезапно. Кошмар. Бочка. Фотка. Get your free TVs. Минус пол-литра. Пиваса? Ехали. Я не знаю, вас слышно, нет? Чего у тебя за темпы такие? Это... ...молодавшийся человек. Я устал. Ты хочешь нас крашнуть? Не показалось ли это прозвучало как-то пошло? Хочешь нас тебе крашнуть? Господи, крашнуть. Да, первый раз играю по файду, а не так сработаю. Возвращение, что ли? Ты чё? Вот себе экспириенс, чтобы познать халфы. Да, еще тут что-нибудь. Трек из крутого пикетча. Сейчас чего? Деревья дураков, это сильно, конечно. Можно даже ничего не делать. Все равно телепортируют, стоят куда-то. Я вообще из рук порезал. Это все, наверное. А, нет, ну хотя тут кто-то с пистолетом даже живет. Да на поезде, на поезде, на поезде, на поезде хочу. Бля. Это поезд.
Я только я хотел наверх, а не перед ним. Я только такая... Ну, прыгнул, вот так и выглаживает. Под водой хорошо, реально чуть слабее слышно. Я же в наушниках сижу, это что возвращается? Как и все здесь. Ну, да, но у меня тихо было. Блин, чувак сидит, у него ник Натанал. Еще комбайн, блядь, закрылся. У меня подруга есть, у нее стим ник Няхау. Я думаю, ты знаешь, она что-то зашла поиграть. Похудово. Что тут у вас? Блин, как-то медленно хожу. Даже не успела за вами зайти. Надо больше розыгрышей сейчас скину еще. Блин, выключите деревню дураков, я не могу. Это просто вообще... Мозги разжижает же! Как всегда, начало этого лагает. Чего он лагает-то? Там типа... А хрен его поймешь, почему. До определенного триггера доходишь, и все, и начинает. Никогда это не встречал. Не, народ все равно лагает. Это чисто от количества. Но еще не отключила. На некоторых картах бывает. Из-за этого даже перепрыгнуть не могу. Какой вероятности я сейчас выиграю? Никакой. Ну ладно, все. Я думала, сейчас выиграю, никому не отдавали. Что за война? Ой, да, блин, ну это прекрасно. Сейчас, если тебе выпадет, я не ладно, все. А ты не сможешь, у меня максимум. А что у тебя там было? 961, да? Ну, посмотрим. Let's go! Ну... Просто никто не выиграл. Вот не всех убили. Бежали, не убив всех, как можно. Я вот играю какие-нибудь другие кооперативные игры, ну там где, на какой-нибудь подряд. Там реально бронюки такие лютые бывают. У тебя чуваки, я не знаю, у всех ники такие. Ну просто ники нормальные. Заходишь в какую-нибудь другую игру, где нужно стараться, чтобы выиграть. Там какой-нибудь мамкин писюн дрочил. И все такие, все 100-500 школьников. Со всей палитрой ников. Урановый писюн. Да-да-да. И всякие комбайны. Все нормально, так все спокойненько. Прям глаза отдыхают. Кстати, урановых лосов неплохо звучит. You understand? Понял. Надо запомнить. Take it. Можно что-нибудь мне. Серьезно? I don't know. Это с телевизором, блядь, телевизор спиздил, идет, блядь. Get your free TVs! Схватил TV, да. Настоящий гангстер. Блин, тут Макстер перед экраном сейчас Кто танцует? Там Макстер там стоял. О, ты чё, отключил?
Нет, оно не прогрузилось. Геликоптер, геликоптер! Паракоптер, паракоптер! Так, я напрыгаюсь. Палку вставай. Чё ты там один ходишь, перепрыгивай. Господи, иди. Иди уже, идти на всех порах. Бля, эти уже прошли, я только последних вытащила там. Чтобы перепрыгнуть всё не мог. Дайте мне вертолёт, я тут с ним не сражусь. Всех вперед меня убивают. Sometimes I dream about cheese. Уи! Вертолет будет получиться. Чемов тащу. Чемично. Обожаю чемично. О, фига, здесь помещается? Куда? Ты что там делаешь? Вау! Что у тебя там помещается? Куда артистки альянса здесь проходят? Из-за того, что здесь, типа, потолок высокий. С улицы сверху. Максимум бреда. Ну-ка, запущу я там. Ничего так общей жизни накапливается, конечно. Ну-ка. Тебе кажется, что у нас тут что-то не крутится? Оу! Потом кто-то застрял. Да, кажется, он умирает. Я чую. А то умирает. Да, конечно. Как же играть в это и без ролла? Буквы с головами дал. Хочу арбалет. Хочу арбалет. Аличер уже спиздил арбалет. Давайте больше не работаем. Что, не знаю, или что? Вот и сломали. Блядь, не да? Обидно, да? Блядь. Чёртова физика попали, как же он безумно. Если в реальности так вылезать еще на все подряд, было бы неплохо, конечно. Я просто перепрыгнула. Неправда, я не читаю. Кстати, тут ничего нет, если так это интересно. Тут заперто. Я бы сейчас поиграла в какую-нибудь суперсырую версию халвы. Так у меня, наверное, какие-нибудь гибельные баги будут. Да-да, самым проходящим на зоне еще та, где-то играть.
и за окном пробежал. Эй! Ты Фриман, не так? Сразу пробежали? Такой сомнительный. Если что, я не буду считать, что там будет пробежать. У нас так все интересно. Что это? Какой аватарчик с котиком, что ли? You go on. I gotta stay here. There could always be more runaways coming along. А, чудной, это ты. Человек, который мне не отвечал первых два года, пока тут играл. Который не видел того, что в чате кто-то пишет. Да, я про тебя. Хоп, куда полетел, ля? Вообще какие-то логики. Ну, он пинчик да пришел. Сколько у них часов? 2-3-4. Ну, когда еще, значит, там нормально. Окей. Я про Англию, я знаю, что у тебя разница тоже. Сейчас я тебе сколько. Смотри, ты толпой уже. Модя, в этом боте можно радио включать? Или он даже с тобой воспользовался? Прямую ссылку ты можешь скинуть ему. На поток. Ладно, типа посмотрим с блоки. Типа я свое радио включал. Я в смысле, что да, его включить потом. Наверное, когда чуваки разойдутся. А, кстати, да у Бойзерком есть ссылка на ютубе или где-нибудь? Нет, это же только поток уникальный. С ютуба. Ютуб же забанит. А через Дискорд то никак не включить, да, получается? Через Дискорд можешь ссылку вот этому боту скармливаешь, и он воспроизводит. Главное, ссылку найти можно вообще. Ссылку на сайт, типа, где радио играет? Ссылку на поток, через которого там идет уже вот этот сам стрим. Нифига себе, как тут включено эти сайты. Подожди, а где эту ссылку найти? Типа я набираю... Ну, обычно заходишь на сайт, скачиваешь плейлист. Поток? Скачиваешь плейлист для воспроизведения у себя в плеере. Там в этом плейлисте как раз и будут ссылки на поток. А в какой-то момент... Я стал крутить у себя папку. Что-то там попсовое слышал. Там все ремиксы обычно. Знаешь, я, наверное, даже ни одного названия не вспомню, потому что банально не запоминаю. Но сейчас очень много музыки, которая тебе не мимикрирует на то, что это нормальная музыка. Да нет, это все хорошо. Если честно, я застряла под ботом и вырос не могу. И у меня кислород закончился. Ой, я вылезла. У меня кислород закончился. Я тебе говорю, я никакие названия не запомнил. Что? Sorry for that, man. Sorry.
Ого, тут даже аптечка есть. По-моему, даже здоровье уменьшилось. Как, чуваки, что вы делали для этого? Я пешком дошел. Да, просыл, кстати. Дима, ты мне оленя на балкон-то повесишь, можешь, сегодня? Спасибо. Хочешь перфоратором? Бра. А чем тебе олень на балконе? Бешеный еще. Он потому что там лежит. Он не должен лежать. Он не висит. Олень на балконе, да. Гораздо больше свесили бы. Мало кто знает, что здесь можно запрыгнуть при помощи гранаты с воды. Вот здесь. Куда? Наверх. Она имеет в виду, чтобы катер подпрыгнул. Да, моди же отключил уже всякие рокет-джампы. Рокет-джампы на катер не распространяются. И самостоятельно спрыгнуть уже невозможно. Где? Очень много народу. Где мой катер? Да где мой катер? Давай, ты что его искать, что на ощупь будешь? Тебя там прилочат, что за это твой? Че это там твой-то? Ебать лагает. А чё за лагало, ни хера себе? Да это ещё не сильно лагает, ты чё? Нет, это... Он первый раз, что ли? Не, это сильно. Чел, вы реально первый раз, да? Это не сильно. Да! My leg! Тогда... Залетай. Ух ты, блядь, на... даблфлип. На официальных сайтах на создателей Синки были Rebel Russia на 100 с хером человек. Вот тогда лагало. Не, когда они проводили Rebel Rush самый первый, у них прекрасно он шел. Это они что-то потом сломали, и оно стало лагать. Реально, что ли, нормально работало? Угу. Шо? На сотку с хером человек? Да. Он, конечно, крашился, но он не лагал. Ну ладно. Буду считать это за миф про единорогов. Да. То же самое, как миф, что на Синерджи существует пират. Я из-за этих багов даже залезть я никого не могу. Меня дергает. Да ладно, что тебя лагает? Отпустил уже давно уже. Какой меня далеко таки. Такой вот бочоночка кругленький, косичком. Чипсы с пармезаном, которые я посыпала сверху пармезаном. Ладно, мне гранатами. Достаточно сырно, надеюсь. Мощь. Чё за херня? Я не понял, я не вырисую руку. Чё у меня лодка застряла? Кто видит? Может, там тот стоит? Я не знаю, никто не стоит, а раз не может сделать. Господи, вырисуюсь еще раз. Мало ли глюков в этой день. А, она в текстурах застряла, реально, она в земле. Упс. Чего нового? Погряз в земле. А, сори, я, кстати, не знаю, они чат вообще считают тут или нет? Кто они? Киборги? Ты, Жень, ты. Кто? Ну, ты говори, не молчай, слушай тебя. Я говорю, чат здесь считать тоже. Сука. Ну, кто чат в игре, в Дискорде, где? Господи, уже тут все. Дискорд я не считаю. Блять,
стирать застрял, пишет просто. Я тоже не понял. Замечал тип по текстурам проловит, да? А, уже все равно вперед меня прошли. Эх, появилось поколение уже людей, которые даже не знают, что такое кибербул. Минуточку грусти от Лены. Топ один рашер. Давай еще. Get your free TVs. Красиво. Не играла в спорт? Ага, конечно, не играла. Еще раз тогда скажи, я теперь поняла о чем-то. Кейв Джонсон говорит про что? Лимон. Я не обращал внимания. Давно мы, может, перепроходили. Последние разы мы все с подругой перепроходили. Не, кооператив мод. Не, моды, которые последние проходили. Там такие моды есть, блин, я один даже не прошла. А ты сам даже проходил это? Более. Там где что-то со временем баловаться надо было. Да, или да. С пространством, да. Такие моды были. Да, в общем. Его я даже не прошла. Для меня, потому что у меня мозг ломал. Эй! Это похоже на мода, да. Съел чей-то мозг. Ну что, за тебя просто гуглил? Я не хотела просто гуглить, поэтому вас сломало. А его помнишь, что красиво было? Началось. Я не знаю, что надо было. Ой, идти надо. Сейчас тусу. О, убрал от экрана, скорее. А, тоже пшеничная. Ем-то вся пшеничная зал. Не думай, почему-то так много женщин. Почему здесь так много часов, сказал? Я ни хера не слышала, тут машут и ломают. Слишком много женщин. Бля, я не понимаю, о чем. Так много всего происходит, что у меня даже звуки не воспроизводятся. У меня даже просто звуков нет. В какой-то момент просто перестало что-то звучать. Предлагаю уменьшить количество. Чего? Какое количество уменьшить? Расстрел! Не, я его не буду. Мне лень его ник искать в кнопочках. Открывайся за наход. Полетели.
сел чудной. Нет, мы посмотрим. Здесь ГОшник спрятался. Он реально спрятался от толпы людей. Господи Иисус. Офигеть. Он, короче, за колоду подбежал, пока с двух сторон вокруг него толпы людей унеслись. Было очаровательно. Ну давай, проезжай, боже, блин. Что это такое? Не догонишь, не догонишь. Что-то так удобно бы. Че, Адми, тебе теперь не мешает мешать? Мешают кепот. Я правильно сказала? Ты все равно не туда едешь. Сейчас срежешься. Ну, он не подлагивает, кстати, говоря. А, ты что меня пихаешь, зараза? Я хвала себе Лену спокойно, я тебя как сшибу. Текстуры загонят. Гадея. Так, граната срочно. Да-да-да, ты мою мысль читаешь. Граната срочно. Все купить, всех поджечь. Ему повезло, что он не видел кто-нибудь. Я не видел кто-то. Можно просто стоять, ничего не делать, и все... Да, все давайте выкинем меня за триггер, давайте. Записный гон. Да что вы тут едете? Как будто из дома не выходили. Надо же вам пароход открыть. Пихаю. Ну, зачем ты говоришь? Здесь все равно нужно, чтобы она хотя бы лодка проехала. А то не сработает так. Ролов? Давай. Спасибо. Я тоже ради. Давай сюда. Боже, сколько тут болт? Сейчас Моди опять все заберет, блин, у меня все 800. Смотрим внимательно. Ты что, играть не будешь, да? А-а-а. 98. Есть! Херово. А ты видишь, чем ты? Слетало у него. Обычно на следующую карту восстанавливается. Show you what you're up against. Либо он что-нибудь передал кому-нибудь, и у него скиллы слетели. Ну, уровень-то у него на месте. Я помню, раньше вроде часто такая херня была. Да нет, на чём. А, чё там? Вчера посмотрим. Что, ну чё? О! Откуда? А, понял. Мы человека задавили, мы что-то задавили. Что-то прости. Безумный, мы смотрим. Ну ладно, выиграл. А тебе нужно вообще такое количество? А тут будет три вертолета? Два всего лишь, к сожалению. 29. Это кажется, что целая толпа будет неплохо, но... Да блин, жаль. Прикольно было бы.
Я иду. Кто мешает? Ты мешаешь. Ой, меня пиздец стоит. Иди к Кейнсу. Ой, как он. Воу, стой, залез. Давай, проталкивайся. Что? А, я вверх ногами, что ли, понятно. Скрижите меня кто-нибудь, пока я красиво несу. Влад! А ты что там стоишь такой притише? Он не в сети, что ли? О, наконец. Где я? Кто я? Что я? Кто я? Я пешком пойду. Сделаю лишь, что я пытаюсь быстро. А сама попаду ножкой в эту срань и скажу, ай. А чуть трубу не рабабал. Нихуя себе! Да как вы получаете квесты? Я тоже хочу. Так кто, может, получил уже и не заметил? А, да? А-а-а! Джезерай Бараш, да, я в самом начале. Так я здесь разговариваю с чуваком, который говорит в... Кукри. А я думаю, там надо что-то особое сделать. Как я вам Это не микрофон. Он пытается реально выполнить поставить. Еще и квесты. Они с историчками, да, с СМГ-шками. Там народ побежал собирать всякие очки. Если я говорю, это я не спамлю, я просто говорю. Да мы уже поняли. Что за нахер планы? Там кричит? Что за два твари? Странно, у меня... А, Моти, смотри, там чувак как колец какой-то. Выпали. Я не вижу, кто это, но он пролез. Блин, я постоянно не могу видеть, кто это. Он пролез до того, как можно было. Было 4000, так и осталось. Че, вообще, у нас тут драни? Блин, я не помню, чья это аватарка. Нет. Я прям подошла и стояла, не могла пешком пролезть. Вот я реально тебе говорю, я стояла и не могла пройти, еще никто не проехал. Это чудной был, да? Чудной где-то пролез. Где он там пролез мог? Я сначала посмотрю, где он вообще присутствует. Давайте, следующий идет, следующий. Ну это чудной, он реально чудной пролез. Что ты ржешь, блин? Дальше, дальше. Дальше, давай, дальше. Чудной, прям, нихер скипать, давай. Давай. Дальше, Дифтон. Тоже все перекрыто должно быть. Хеликоптер! Хеликоптер! О, боже мой! Бедные вертолеты! Их так жаль.
минус 50%. Я тебе разбираю, что борт не густо говорит. Не боже. Ну ладно, здесь окей, как не будет. Главное, лет такой открытый, не скипать не будет. Где вертолет-то наш? Я думаю, альянсу пора сдаваться. Ай. Да-да, чуваки, я знаю, не сижу. А, они уже все сделали? Да вы спидранеры, ё-моё. Что дерёшься? Сейчас я с тобой подерусь. Угадай, кто выиграет, если я с тобой подерусь. Calm down, calm down. Да, у дракопов не убил. То есть я на модером не делюсь. Но безопасно. Нервный дракопер. Главное, когда большая толпа людей, не использовать никакие скипы. Как бы нехорошо получается по отношению к игрокам и к остальным. Ну там, где я не решала разбитого. Где это не скарты, конечно. Ой. Я, кстати, не знаю, слышно меня или нет. У меня микрофон, оказывается, где-то за банками, за чашкой стоит. Они у тебя веселее работают. Господи боже. Звук усиляют. Резонатор. Чё, вы притащили туда какой-нибудь? Нет? Да. Чё, не притащили сюда ничего? Вы чё, блин? Как так можно, психи? Нет! О, боже мой! Ни одной лодки нет! Как боже так мой можно? Господи боже! На, вот, Сергей. Откуда мы тут лодку валяется притащили? Спасибо! Хотел лодку, получи лодку, ну чё? Откуда вы тут лодку притащили? Это нашли. О! О! Ну, тут там на улице бегают. Во время бочек достал. Запомните бочки. Распомните бочки. Безумно на улице. Безумный, не иди сюда. Безумный, не лей. Бегай отсюда, пока не поздно. Лей сюда, безумный. О боже! Чё, не открываешь? Чё? Чё? А можно уже? Там точно уже был? Там! Безумный, не лезь туда, безумный, беги! Надо гранату кинуть, у меня гранаты не было. А, не было. Пошли не по сторону. Listen to me. Господи, боже. Он там на самом деле влезал в лифт, там так помогло быть. Хочу на кухню, любите кухню. Боже мой. Человек просится на кухню. Вот он мне труба с тобой. Кто-то рвался в Новый год помогать. Кто просится, я не помню. Кто это говорит, я не понимаю. Никто не просит. Кто не просит? Все нормально, все нормально. А, ну ладно. Все нормально. У меня с тобой труба есть. Все хорошо.
Труба, короче, имбища, она с первого раза смотрит. Да смотри на другой карте, на этой нельзя. Буду все застревать в джоке, хоть на чего. А здесь тут, наверное, не вылезет? Интересно, я даже не знаю, не проверял. Из жопы? Кто сжигает лабораторию? Не сжигайте! Хватит! Don't break! Don't break! It's a laboratory! Ломайте! Я в форме голоса, о чем? Телефон рядом со мной орёт, походу. Боже мой, не закончил еще свое кулинарное шоу. Мы поможем при структуре. Безумная, как тэпнулся к вам на кухне? А этот у нас готовит, кажется, воздух пробует. О май гад, что вы делаете? Не может быть, думаешь, а? Надо больше сыра. Я думаю, у них не достать сыра. Вот интересно, блин, кстати, в этой теме в Half-Life в Артигон Дэд Повара с чутким способом. У нас у них вино какое-то тут стоит во время готовки. Морковца, лук. О май гад, что такое-то лук. Я вот не знаю, только майонез это или что. А здесь какое-то, блин, масло. Он же перестал. Ты защитился. Пошел монтировку, ты где? Защитился, учился. Господи, боже. Ладно, все, я ухожу от вас. No, а вы достаем сын. No! Какой-то дохреновый крутой спрей в моде. А, это не мой. Это не мой. А Торментос. Что вдалеке не видно. Что ближе. Вообще у таких спреев может быть три позиции даже. Я что-то такого помню, но я не знаю, как это делать. А сейчас еще одно застал. Через размеры. Несколько размеров делается, типа маленький, побольше и сам. Ну это очень усталость. Тут монтировка летает. Удивительно скрытый. Я даже говорю. Не, ну вообще, честно говоря, я не часто видела, чтобы тут что-то ломалось. У тазика дважды сломалось просто на этой карте. Ну, пардон, у тазика? У него только ты сидишь, а здесь сидит до хрена людей, которые столько лет уже снимали. Я про те времена, когда он там снизился. Я про какой-то другой промежуток времени. Я в смысле, в Infinity же там не сидит. Еще там много промежуток. Блин, тут тоже что-то делал, я помню, было такое. Ладно, ты вкусишь, у тебя рожа черная? Шел тут ко мне, смотри меня. Ну что, Team Deathmatch или просто Deathmatch? Team, давай. Погнали. Team Deathmatch, давайте. Да, обязательно. Слишком людей много. Надо так, какую-то. Сейчас как можно выйдем что-то? На полигон. Только с монтировкой, только с монтировкой. А как это сделать? Простите. Давай. Погоди, гравицапу она нам не дала. А? Пошел так. Внимательные детали. Давай сюда. Все дала. Ебой! Я поехала. Я не знаю, кто в моей команде, кто нет. Я просто всех убиваю. Моя труба, где она? Бегите! Ха-ха-ха!
Безумный, что происходит? Знаете, это нечестно, надо получить. Безумный, наслушал. Блин, я не знаю, какой я красный. Блин, моя труба. Я красная, все. Я красная. Нормальный черный. Мигас. Безумный. Если что, то стрелка дебилёва! Ты хитрошу! Верните трубу, пожалуйста! Верните трубу! Где? Я даже не знаю. Ебать, просто спаун зажал, блядь, убивай, блядь. Give me my pipe, please. Please. Give me pipe. Нихуя себе, блядь. Ну-ну-ну-ну-ну. У меня вообще нет оружия. Я слишком много раз умирала. Так, а ты в моей команде. Можно победить с такой командой, ходишь мы. Короче, давай умирится, чувак, ты посмотри. Моя это губа. Губа. А что, вампир? Админ собрал вот это, понимаешь? Похоже, да. Админы, дайте также трубу. Бери! Там этих трубов. Ну-ка, чё? Админ, give me free my pipe. Help me, please, I beg you. Привычка осталась. Фуган. Фуган. У меня патронов не остается, боже мой. Опять лосарный бак откинул. Кедры. Ой. Я извиняюсь. I beg you, baby. Give me my pipe. I beg you. Дарья, верните мою эту трубу. Отдай. Моя что делаете? Бросайте. Только я не шлепал себя, меня от этого откинуло, от мусора. У нас тут админы, что ли? Ну что, я не могу понять. Только меня колбасит почему-то на этом вертолете. Так все колбасят. А, все колбасят? Просто издалека да. Выглядит, как будто все нормально стоят. Модер админ? А кто админ? Кто админ? Дайте мою трубу, пожалуйста. Дайте мою трубу, пожалуйста, кто-нибудь. Я ее очень сильно хочу. Труба лучше, это, ближка в игре. А я ее заполучил первым. Дайте ее, пожалуйста. Брэ.
Дайте мою трубу! Боже, все-таки сыр косичка вкусная. Заголовок. Эй, йоу, выходи, мэн! Эй, йоу, выходи, мэн! Йоу, че это меня облокило? Хватит джигал. Я промахнулась. Вот она карма, вместо того, чтобы издеваться над тем, кто не обладает. Я раньше не замечала, что если... Не, ну это реально прикольно было. Интересный эффект. Надо всем бесконечный патруль отдать, чтобы перезарядки не было, как в доме. Не, наглей, прокачивай. Не, я не хочу перезарядки. Прокачивай, там же ускоренный перезарядка тоже есть. Она не просто открылась. Знаешь, если я хочу, чтобы ее не было. Зануда. Как в Думе. Ладно, так без Думы, я пойду, наверное. Я получил то, что заслужил. Удачи тебе. Everybody, bye-bye, I love you so very much, goodbye. Чё, зашёл, попросил монтировку, решил спалить. Baby. Ты что поиграл? Nice! Видите, она не поднимается. У нас перевес. Ребят, выходите из них, у нас перевес. Кто-то спрыгнул, реально. Пойди сюда, все по-моему. Машина в космос летит, но это веревочка лечит. Ну, когда крутые баги были с физикой, туда улетал, да. Космос и лап нахер. Двери.
Waiting for somebody? Really going soon? Sometimes I dream about cheese. Let's go! You lead the way! Take cover! Mm. Надо этого ролла запустить. Ладно, на следующей карте. Твоё мажу. Наивно. Да-да-да. Это я не увидел. Ты не знаешь, где я знаю. Ты дальше по Васе уже кто-то сюда дам. Не масит. Так, а смесь у меня в ушах из-за того, что кто-то музыкой там тоже спал. Херы, у меня бочка не взрывается, я не поняла. А ты что, из-за глюков каких-то? Пас, мы верно, добавим пас. Ой, как же сколько! Там мостик разбитый, ты не умеешь залезть. Я-то думала, в нас будет просто по мостику спущенному залезть. У вас там краб. Может, тут дезинфекцию провели, что ли? Да, у него провайдер следующий будет. Ну а что, он написал, что он с Украины наличка? То есть, если ты вирашки, в принципе, у нас и французские только что ты пишешь. Ну, тут ты говоришь, что возможно из-за того, что у него не что-то там иностранный язык. Но чел русский. Да, я так поняла. Вот, сервер такой, да, Франции. Да. Вопрос, который не от меня вообще зависит. Я ничего тут не знаю. Я говорю, это странно. Хотя я, блин, слышала недавно, что вроде у нас что-то хотят перестать. Это чипернет, хотя бы. Ютуб уже перекрывать что-то планировал, я слышал. Они потихоньку выжили, что они делали. Сейчас пройдёт.
видел? Молодец. Ты уже видел примеры, да? Они как раз с Европой начали? Я не буду на них смотреть, не надо. Стоп, они зеркало Ютуба сделали. Кстати, очень часто стал пропадать наш замечательный дружок Григорий. Опять исчез? Sometimes I dream about cheese. Lead away. I cannot fight the man alone. Что-то я не понял. Я не видел Григория, но при этом вход открылся. По таймеру. Там нет таймера. Кто-нибудь видит сейчас Григория? Нет, его нет. Я говорю, он очень часто исчезает. Какого хрена, я не пойму. Ну, скорее всего, его нет в списке исключений, чтобы игра не удалила. То есть ты это знаешь, но ты это не решаешь. А я это не могу решить. Понял, почему у меня опыт исчез. 4000 опыта просто исчезло. Мне дало 13000 и 3000 из них просто исчезло. Хотя может давай лапнуть. Прям в одном левеле сколько. А, два раза. Сейчас мне 9000. Ну она же. Так, новый уровень переходит и еще. Так у меня уровень максимальный. Почему, кстати, Пецов решили отключить на эту карту? Я не помню. Не могу сказать. Возможно, что-то. Че за хуйня? Чудно, это ты опять сделал, да? Чудной. На этой карте, кстати, тоже пецов нету. Что очень обидно, потому что здесь, ну, очень хочется пецов. Чтобы он там разбирался у тебя позади. Дим, 6 килограмм привезли.
по-моему, не потянут. Кухонные, которые. Ну ладно. Йоу, чёрт-то! Погнали! Уже шмётки чья-то летят. Как она меня не убьёт, её тут стукают. Она сквозь меня пролетела? Она застряла? Окей, она там не застряла. Йоу, чопа. Без понятия, что значит. Да, я вам, наверное, это скину все-таки. Я сделаю так. Я вам сейчас скину, а кто мне сейчас, короче, еду привез. Кинь человек. А вот же это жука, а вот же это жука. Нихуя не угадали. Я в меди скинула. Это девушка была. Блин, тебе страшно было? Я не знаю, может, дверь открывал. Вроде обычная девушка по голосу была. Да, обычная девушка, но в хиджабе, да? Да, да, да. Дим, имя у девушки знаешь, какое было? Ее звали Назбул. Вы что у нее покупали, беляши? Это у нас курьер, уже ездят. Что она вам доставляла, беляши? Я хорошо еду заказываю. Там в Подмосковье хоревод есть, который привозит мне упакованные по чекашу. Иногда, кстати, с рисом, да. А что бывает? Хорёче, еду, говорю, хорёче. Что такое хорёче? Для хорьков, да. Я думал, это название какое-нибудь там экзотическое. Получается, наебали. И что экзотическое? Не, ну там перепёлки, перемолоты вместе с курятиной должны быть. Которые варили в казане. Не, не вареные, они сыр их едят. Что с тобой, брат? Ричард, что с тобой? Танцует ля-ля-ля, не сбит, танцует. Я ради этого пришлось устроить. Это все мокрое этим. Okay, Ricky. Ну, конечно, вообще. Тут не сидит. Чё у нас тут в бойсе? Нас губы у нас тут. Okay, Doc. Before you hit the road, you might want to grab some medkits, restock on ammo, maybe check the map, see where you're headed. There's an ammo supply crate on the back of the car. It's in the comfort. Охренеть. Чё, с чего он играет, что у него сейчас лаги? Никому лагов нет. У него возит сам ком. Ага. Вот это. Кипнуть тоже хочет. Давай. Моди, давай ты Rocket Jump свернешь. А, там 10-часовая версия была. Блин, чёрт. Вы на самом деле это слушали, да?
Вовремя. Да, но и текущая на час. Час? Я час просто сделала очень-очень тихо, поэтому внимание обращаю. Вы сидите и молчите, как будто вам норм вообще. Rocket Jump, блин. Ну давай до 9-й карты. Yes! Но здесь немножко страшно, давай-давай. Да мне надо найти только, где он включается. Где выключал, там и включаешь. Давно это было и неправда. Включил на всех радости и прелести. Особенно тебя, да? Рокетджампы на час. Ну блин, я из-за этого перестала даже использовать совсем эти мины. Уже не было. Я их уже даже не спавню себе. Нахуй так жить. Без гранат, без всего. А я не могу найти, как понять. Спит, наверное, там, Паш. Он же из... Он же из австралийского времени. Он говорит, а где панк? Безумный спрашивает. Давай, говорит, страшно. Всегда так. Я эту пешком специально бегу на всех. Кстати, почему машины обычные заспаунились баги, а не фургончик? Народу же много. А знаешь почему? Infinity хотят запросить. Как производительный стал. Улагает жестко. Никакого сервера не хватит. This steerable rocket launcher is our best bet for taking down a gunship. Пишу, что сервер глючит. Ну надо же! Yes. Как неожиданно. Чудно, еще раз пробежишь, я тебе жопу, блин, на глаз натяну, понял? Вот this will only anger it at first, but if you can survive long enough to make several direct hits, you'll be rewarded with a prize worthy of any mantelpiece. Now, who's going to be the lucky one to carry it into combat? Yes, Gordon Freeman. Couldn't have asked for a finer volunteer. Colonel Odessa Cubbage at your... Я не поняла, у меня этот Кэббич ничего не сказал. Он беззвучно сказал. Он заглушил, он ничего не сказал даже. Ну ладно, ладно, даже так. Он в вакууме находится. Заметно. Мы поедем? Вообще, вас подпихнул. Езжайте. Что ты вылез так? Я хотел оружие убрать, и в итоге... То есть даже если ты Е удержишь, он все равно выходит. Да что ты говоришь? Давно не играл, что ли? Да. Так, 40 осечка съедем. Полтора литра пива выпито. Это он Финти, наверное, спрашивать надо. Чего настраиваем? Конфиг. Конфиг на что? На вилак. По-моему, я сказал. Ну, если не дефолтный. А у дефолтный он не работает. Дефолтный почему? Там натуральный, по-моему. Снимай меня, мразь. На время, баба. Снимай меня, мразь, я тут сижу. Поэтому некоторые баны срабатывают на месяц. И
Либо нехуй, забыл добавить. А, да. Ну это же Костя Жута. Опять чудное шалит, блядь. Как он перепрыгнет? Так, я его обещала шансу там жопу на классно тянуть. Ля-ля-ля-ля-ля, что творит? Ха-ха, убил он, что ли? Это не я был. Меня не успел еще найти. Ну давайте опускайте мост, меня люди тут. Да не я была, вам промахнулись. Это ты, что будет играть, пока я не переключу кто-то, кому не все равно. Кому хотя показать? То есть чел, наверное, час пытался к нам подключиться. В итоге, когда у него это получилось, я пошел в синглплеер, у меня два слаги. Я вам скину его харька. Все, я молодец. Какой же кайф, Rocket Jump. Блин, сейчас вообще на конце карты прибегает. Кто? Где? А, ты под подпрыгивание. Сейчас посмотрим. Ой, ты не включал, что ли? Я не услышала. Я говорю, включено. Блин, не работает. Наверное, из-за лагов. Просто ты не можешь. Иди в жопу! Все, с первой до конца карты видите. Один прыжок. Херак мы в цитадели, да? Блин, тоже неплохо. Ну, нет, не жалко. Не вы его сделали. Half-Life 2 задумался. Можно загрузить, пожалуйста. А, я понял. Я-то думал... Положим его на радио. Here, have a medkit. Take this medkit. Take this medkit. Вау, ты сидишь реально, ждешь, что тебя кто-то отвезет, офигеть. Я тут колбасит машину. Вау, Хендер. Прочь с дороги. Поехали в такую машину. Давай, пацаны. Это мне пихать! Что там, сидели что ли? Let's
важно. Рано тебе не вылетает! Ни хера не вижу, все подлагивает. Что бы мне с тобой такого сделать? Что бы мне с тобой такого сделать? А ладно, потерплю тебе еще немножко. Да, лучше не надо, не предлагай, это понравится. Он реально, как будто устал и сбежал. Он меня радуется немного. Мне рассказывай, блин, что я не умею просто. Это тут все мешает. Дублировать. Челики, челики, ау, тут выйти надо. У вас такой проезд не открыт, и чё? Прости. Возьми сам руби. Это же бот играет. Я, честно говоря, так и не поняла, как он пользовался. Он по такому же типу, как и старая игра, музыки. Ну да. Ты можешь ему скормить ссылку на YouTube, просто запрос текстовый. И ссылку на Тришу можешь прилагать. А еще можешь прикрепить файл и при прикреплении указать также play. Все это сложно. Да, самое простое, что может быть. Самое простое, что может быть, это я включаю Яндекс.Музыку, он мне играет всякую дичь. Ой. Которую я раньше не слышала. Вот это самое простое. А я название не помню. Это надо мне название, то есть искать. Я же не могу тебе включить Яндекс.Плейлист свой. Но мне там, потому что металюшка какую-то все играет. А название я, конечно же, не знаю. Рейвинг, срочно! Что я не так написала? Надо было все понимать. Все хорошо. Вау, нифига себе. Блин, он исчез. Тут кто-то так высоко на стену умудрился повесить ПВОшника, комбайн этот. Я прям даже не знаю, я задача, так как они это сделали. Thank you.
красоте. Да что все падает? Да ёлка. Когда я смогу. Я смогу. Это смерть. Ящик! Ящик! Я на ящике. Блин, все равно. Чёртова вода! Ого. Ладно, я потерплю. Я потерплю. Я потерплю, не пойду еще за пол-литра. Ну, кто-то ребл-рашит, между прочим. Новую карту получает. Кто там возмущался, что все получить не мог? Безумно, я не помню просто. Кто-то жаловался, что получить ему. Никто не понял. Ну-ка, 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 ну-ка! Ай, стоп, это вообще так. Конечно, да. Поехали! Я везу. Вы там. Остаетесь. А-а-а! Со мной, надеюсь, никого нет. Я очень плохо управляю, когда выпью. Я не туда приехал. Чувак, я на этом не поеду. Ну все. Не, не доеду. Я полетел. Ты не в ту сторону летишь. Я вижу. Что ты от меня хочешь, это 1.5 литра? Уже почти. Ладно, здесь пешком. Тут не срабатывает, ага. Подожди ко мне. А, это уже было, да, карта? Угу. Пользуйтесь, пока есть время. Боже, злей такой вообще. Хера ты что делаешь, чудной? Ебанулся. Всё? Пиздец. А хрена скрипты, что ли, у тебя? Какая-то ж фигня тут, конечно. Броня, что ли, ничего не знаю. Сейчас я это собой взрываю, она меня вообще не пробует.
Не, это не та фишка, которую я хотела. Иди, пиши. Не то, что мне нужно. Так нечестно, не детский. Короче. Ну, она не та. А чё мне не спавнится здесь новая точка? Так нечестно. Я ради нее сюда пришла. Кто-нибудь ждет кибердеревню? Думаете, у них получилось что-то толковое снять? Меня на удивление порадовало сериал этот «Вампира средней полосы». Я прям офигела, как это получилось. Может, кибердеревня тоже неплохо было. Харькам. О, темпори, о море. Где все? Почему я тут одна? Больно зашел. Ё-моё, он давно уже играет, да? Чего лагать тут?
Мне тоже ничего, чё, локалабл. Чувак, который открывает двери. Хоть один живой остался. Мне кажется, надо забанить несколько чуваков. Типа чудного. А может, они охуеют. Ты давай, не делай вид, чтобы тебя там не было. Я видел отлично, что там был. Че, не появляется медленно? Не, вообще не видно, его походу убило. Еще дверь открою. Нет! Ноу! О май гад! О май гад! Чё-чё? Вот ты там голосовали за да, да. За про что? Ты бы сказала, я твёрдо был. Все равно не смех просто в том, что кто-то написал, типа, двое спис вумен. А, бля, думаю, почему триггера нет, если они не тупо. Бывает. Потому что это на 9, а не на 10. Смотрю, чё-то не хватает. Чудной, ты, кстати, вычти, блин, что... Я, конечно, не все время в сети, но, блин, ты не могли. Ты понимаешь, ничего что ты когда где-то пролазишь, ты другим как бы показываешь, где пролезть. Когда ты это они делаешь, они смогут. Тоже начинают пугаться. Ебать. GHMX прекрасный просто. Да, точно, я же музыку. Самые занудные места начались. Если меня кто-то будет говорить, что это не так, я просто и не слушать. Ну, ты права. Вот сюда бы руки, да. А, сейчас. Зато знаешь, как задолбали уже перепрыгивать. Ну, какая на мышке исчезает, мне тут раздолбало. Чуть-чуть, но из детей способы пролезть. Пока что нет. Ну, надо же. Разрабы Синерджи сделали, да? Между прочим, был здесь способ пролезть. Моди, ты уже не забыл это, так как мы это были. Но на этой части не было. Было. Банально, вот по этому мосту можно было идти. Над ними, над полем можно было перепрыгнуть. Это в оригинале. Ну ты говоришь, что у нас же разработали. Разработали смерть сразу же закрыли. Так, подожди, ты серьезно? Это же давно тогда было, получается. Игра еще работала какое-то время. Возможно, в какой-то момент кто-то сломал и потом починил.
Ты чё дерёшься? Блин, нафиг отсюда. Cover me while I reload. Ты что, мне войну объявляешь? Смотрите на меня. Смотрите на меня, как он дерзкий. Странная фигня. Еще до конца не были враги, все убиты. А, Алекс уже пришла. Она обычно, блин, не приходит, пока последнего не убьет. In the absence of Gordon Freeman. Had Freeman if you'd been patient and just waited for my signal. Then you weren't entirely sure you were ever going to get around to that. Get down! Human loyalty is being what you are. Dr. Bree. Get your free TVs. Get your free TVs. Ну, когда игроки все вместе собираются, играют. Хотела вызвать, блин, борта, а вызвался этот краб. Брёт мой краб. Вас на всех. Да, защитяй нас. Чё, кто там опять погодил за это? Там опять жопу надрать. Он там всем перестрелка. Oh,
по шотганерам не вытащил. Там типа враги, они стреляют. Убивать надо. Посмотри, там чел там держит турель. Че держит? Турель. Найди его и убери. Я вижу, через стенку стоит. Реально же. Да. Бронированное стекло держит турель. Все фраги ему засчитываются. Да. Дверь. ICQ 300, да. И все 500. Странная бога. ХП или... Она мне прикольные звуки создает. Нет, я хочу сесть за укрытие и просто лезть в прыгать. Ну иди туда. Ты второй так уже залез. Я все видела, это ты был. О, достаточно ревень. О май год! Чё, где лух-то? Лух. А луха пришла, нет? We bear witness to the bright eternity of the Nihilox Skimmer. Да нет, у меня тоже такое как-то было, что врагов вроде не было. Нигде. А она все равно не появлялась. Вот такой запет. Запет. Убираем. О, кстати, да, надо можно. Ладно, может так пройдем просто, уж хрен с ним. Потом карту. Моди, алло, ты вручную всех... Ща я сделаю.
чей-то вор бегает. Тут три. Итак, попробую. Все сделал. Она появилась. Да я вручную запустил. Это да. Почему-то триггер. Я, кстати, не знаю, от чего это зависит. У меня такая херня подвала. Она карта... у нас блочит, заспавнится или нет? Нет, там карта дебильно построена, на логике. Счетчик. Нормально ты Офигел что? Блять, я себя сам столом убил, боже, как так возможно? 400 хп. Столы не сидят. Когда-то здесь можно было вылезти через крышу. По-моему, до сих пор можно. Ты слышишь, что... Нормально отпихнусь там столом каким-нибудь. Смысл в этом? Коробка просто. А то тут смысла много во всем, что мы делаем, да? Беги вперед, стреляй. Девиз Half-Life, помнишь? Run, shoot, life. There she is. Leave it talking to Miko. We may need her to get out of here. Ну, современно с этим модом, который сейчас стоит, просто беги и стреляй. Life не нужен. Get life называется. Что происходит? Всё пошло. Shut up and be quiet. Да, олень стучит. У него наконец-то рыбка дашки полезет. Сколько часов прошло? Нормально, нормально. Это хотя бы сегодня происходит. Что? Закинули! Закинули, засунули, задвинули. О, разошлась. И хуяще. Татик стрим запустил. Что за звук? Музыка называется. Готовьте свои найсы. А, это... Понятно.
job on you secure your pulse forming network. So you warmed it up for us. And just in time. Вы все так далеки от меня. Блин, прости. Какой вид отсюда? Чуваков толком не видно. Так, силуэт это... Что она там такого делает? Здесь главное вроде еще какие-то, ну, девчонки точно были, которые играли. Даже помню, был такой. Было дело. Как минимум, видела еще. Леди Маон была. Да-да-да, таких прям вообще. Типа чёпа-чёпа. Ну да. Я троллинг, модератор. Вай. Фуай. Геликоптер всегда обязательно ассоциируется с чаем. Я не понимаю. Не понимаю. Вообще не знаю. С чаем! С какими щами? Иди поешь, блин, давай. Не говорил еще. Мастер Чеси написал. Сейчас спрашивают, почему он бипает. Скажи спасибо еще, что ты просто бипаешь. Самых кровавых сцен в аниме. А, я тут одна, что ли, стою? Ну, ладно. 10 кровавых разборов. Синержи. Что, что так трясёт за меня спрятался? Офигеть, он. Только ты с кем там здороваешься.
Что? Меня уже спрашивают, кто стучит. Еще какие-то новости звучат. Сейчас будет еще вопрос по перфоратам включен. Может, идет меня потише. Дима, там реально перфоратором прям надо? Ну же, месяц сегодня, прям надо. I was afraid we might not make it either. I think the teleport exploded just as we were porting out. Indeed it did. And the repercussions were felt far and wide, but that was over a week ago. What do you mean? Gordon and I were just there a minute ago. Fascinating. We seem to have developed a very slow teleport. Мы что, закруглились и вернулись обратно в деревню Браток? Блин. Типа, откуда пришли, туда и вернулись? Ну да, мы же опять в лабораторию Клеймера, конечно. Мы из нее не уходили. Да, да. Но что насчет моего отца? Что это важно. Че, олень не будет повешен сегодня? Какая ему честь перед оратором. Че? Кто мне закрыли? Дайте, я тут нажимаю. Во! Я починила. And I'm no longer alone. Alex and Gordon have just arrived. Well, man, that's good news. Novelty is set up for loss. We'll finally set up a stage in here for attack at the Citadel. Gordon and Dog are heading away. I want to get Dr. Kleiner somewhere safer. Then I'll meet up with you. I'll take all the help I can get. Aw, oh, crap! Incoming! Go on, get going! Okay, Gordon, you heard him. Just a minute. Greetings! Oh, no. Where did she get to? Go on, Gordon. Sometimes I'll take care of this. I dream about cheese. Gordon. Ah! Just give me now. Gordon, I'll look up. Sometimes I dream about cheese. Watch out! I dream about cheese. Sometimes. Ты пиво не выпил последнее? Я его выпью. Ты говоря про Томка, спрашивай его же. Это
я сейчас заметила, какая странная архитектура у этого места. Ей будет на лёгкость. Ты взял 360, блин. Да не-не, там и реально прям внутрь угол острый. На балконе. Не, ну конечно видала углы острые на балконах, но это не такого плана, конечно, архитектура уже. Да какого хрена там в деревню играет? Меня потихоньку. Давай скипай. Давай включи радио свою. Ну и зато включай. Ну я поставлю. Без проблем. Да ё-моё, что вы? Какое это? Это чудной тащит, да? Ну, я сначала не тащил. Да, это он что тащит, сучка. Сначала не я был. Ну и не трогай! Не трогай, всё, не подоси это сюда, всё. Я только сейчас заметил, что там еще все замешано с каким-то рэпом. Да, перемешано, блин. Пока бежишь, у тебя в одном месте стреляют, в другом орут сыр, это такое. Да не было слышно. Какой сыр у меня убить страйдер, вы вообще не мешаете? Нет. Там кто-то живет. Помогите! Sometimes I dream about cheese. Sometimes I dream about cheese. Some... Не прервали. Сука. Выключи себе это. Какой это раз? My mother. Помоги. Пустите меня, пустите меня, не пустите меня. Пустите меня, пустите меня, пустите меня, пустите меня, пустите меня, пустите меня.
спидранера. Он как быстро бежит. Нифига. Барьера или как-то не стоит. Вот так вот по-хранецки было. Кто держи тоже. Да, ты убежал. Так держи. А я пошла. Не смогу этих дуньков. Хе-хе-хе. Ни одной смерти. Что за ВТФ? Ну, блин, половина людей всех у нас уже не больше. Да, бля, кто-то. Ну да, могла даже не догадываться. Я уже определяю, что там чудо прибежал. Не глядя. Самой игры, а глюк с телепортами. Спавно. Покинь их прям до начала уровня, подпринимаешься. Пить, это ваше. Дима, ты дверь закрыл, чтобы хорьки не приходили или что? Нет? Не готовы? Закинул потом тебе фотку. Да где я? Ну хорошо, дверь откроет. Аккуратно.
Кейв Джонсон открыл мне! Кто-то вначале что-то не знал. Cover me while I reload! Somebody take his crowbar. Let's go! Sometimes I dream about cheese. Sometimes I dream about cheese. Sometimes I dream about cheese. I dream about cheese. Sometimes I dream about cheese. I dream about cheese. Sometimes take some ammo. I cannot fight them all alone. Sometimes I dream about cheese. Кинул я про оленя. Безумно, я тебе говорю. Медиа, пожалуйста. Про оленя, говорю, скинула. Square outside. We're trying to disable as many as we can to loosen the Combine's grip on this set. It'll take me a few minutes to expose the core, then I'll need you to hit it first from the gravity gun. In the meantime, watch my back. Sometimes I dream about cheese. Sometimes I dream about cheese. Посмотрит под номер под другим углом. Here, have a medkit. Прямо ха-ха. Был на голове, прямо ха-ха, да? Shouldn't we be doing something?
Это то наш шапка, там что дается. Убивать коробки, они путаются в ногах. До самого Травознательно. А чего бы ему не быть? Аля, говоришь? Еще можно мясо потом пойти. Ой.
кого там еще убить? Sometimes. We thought we'd be safe. Сидит снайпер, набиваем. Сейчас мы его там строим. My civil protection status still gives me limited clearance. Damn thing haunts me. Сейчас нельзя это использовать. Почему, блядь, нельзя? Как его перекрыли? Он тут нацелится. Даже прохи уже может такой писать. Блин, так нормально мне не расшифровал причину. Где-то разговаривают, короче, там часто бывает запрещено. Ну, как бы можно нажать, но будет запрещено. Да, даже не в этом дело. А что именно там нельзя? Там тоже нельзя, да, бывает. Иногда работает, а иногда нет. Что там делать? Что хера делаешь? Ты скипнул, блять, все? Я не скипнул ничего. Ты знаешь, что ли? Должно происходить, да? Вот скрипты стоят. Ты сам мне говорил, я поднимаю эти скрипты, я же стараюсь не лезть. Берешь и лезешь там, где вот основной самый скрипт, вот в этом месте, где все должно сработать. И из тебя все срабатывает. Все остальные идут нормально, на нормальном пути.
Не надо так. Зачем они так тупо выговаривают Динократ? Рассылка Динократ. Да, они же кричат это каждый раз, когда мы здесь. Дверь закрывается, и они говорят, что Динократ. Они же в самом начале же тоже говорили, типа, у вас там что-то не так делаем, да? Set some traps for them, Gordon. Не буду тем писать, не поддерживаю. Замораживает так это, падает с большой высоты. Этот персонаж такой, ааа, рука! Сука, на руку падает, что ли? Так может? На 7 жизней вперед. Ну да. А, ты в живот! Ай, кошелек! Кричит, перезаряжай быстрее. Ой, медленнее, чем перезаряжай. Парни, блин, давай иди уже туда. Нет. Что вы там делаете? Пошли. Выросли прям два чудовища грузлика. А кто запустил? Надо выключать. Сейчас опять кто-нибудь пропускочит на меня.
блядь. Раскакивай же, бегут, а. Старую ветку, блин, запустил, отключайте, да. Придет сверху. Let's go! Чего что? А, да, в кафе. А, с пустыми руками ходить? Если удерживать Е или... Ну, просто Е удерживать. Что она шуберет все? Руки взять. Ну да, руки взять. Руки в руки. Ноги в руки, руки в ноги. Мы должны что-нибудь попускать в армию, чтобы дальше по судьбинушке было. Это кто в космосе улетел? А? Ой! Сука, не иди туда! Это все скрипты сломаются.
бой, е бой. Играет музыку, играет музыку в джинсе. Dog came crashing through the plaza, knocking over walls. I think he's looking for Alex. You see, Kevin said it in his head that she's in the citizen. I figured Alex was the one to get some people in trouble. Hell, you try stopping it. Let's go! Еще, погнали, побыстрее. Сыр! До конца уровня можно? А, сейчас. И нельзя. Происходит? Что происходило? Let's go! Так сказал Капуган. Это то место самое, которое все ломает. Нет, но если бы я это сделал. Да, если бы это был ты. И если бы это кто-то заметил из модеров, тебе бы не пошло. Да, на самом деле, другой чувак проскочил, я даже не обратил их к дому. Sometimes I dream about cheese.
Прекрати эту фигню. Одно дело, когда хорьки просто играют только другом. Они, ну, как бы, там, не знаю, кусаются, повыкаются. А другое, когда они, блин, цепляются друг друга в полку, и как крокодилы начинают из стороны в сторону пытаться выдрать куски. So, this is Dr. Freeman. Well, Dr. Freeman, under other circumstances, I'd like to say this is a question. As you're doing it, Эй! Прол, стоп-рол, стоп-рол! Макстер! Чудовище, да? Ты чудовище? Конечно, чудовищный нос. Да, ты чудовище. Мне страшно. Он же хочет сыр. Маленькое чудовище. Of course, my disappointment in Eli Vance and Isaac Kleiner is far greater than my sorrow over your unfortunate choice of career. Все, сломали. Шутной, давай так. Там есть наверху скрипты, которые срабатывают в зависимости от того, насколько высоко игрок поднялся. Ты его сейчас опять пытаешься сломать. Там из-за вот этого дерьма, что наверх кто-то поднимался, пришлось еще отключить как раз пробу на этой карте. Как минимум. А потом, конечно же, везде. Ай-яй! Там везде кто-то остался. Если плавно, то во время подпрыгивания нужно тайминг попасть и вынести до забора, это первый день. Но бег здесь нельзя. Типа вот такого. Я не знаю, что такого я бы не делал.
может, Даня поймал или замес. Ну, можно, так же. Да-да-да, здесь на некоторых местах еще специально. Что я сделал? А-а-а! Убивать одну. Дамаши. You have destroyed so much. The foundation for humanity's survival. У меня принц с усиками уже, не знаю, год, наверное. Денис, что он вообще не убирает? Выглядит как то ли Лукашенко, то ли еще. В модах есть такое. Сделаю компьютер синего цвета. Что-то мы долго в этот раз фалу проходим. 4 долго? Часа. Нормально. Комбайн! 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 Ну ты мастер Гайл, тебя еще мочат. So
хера себе, аж подглючило. Погнал, сыр. Сыр погнал, сыр. Сыр погнал, сыр. Супер, And this one has proven to be a fine pawn for those who control it. How about it, Doug? Did you realize your contract was open to the highest bidder? Oh, what's this? I understand you don't wish to discuss this in front of your friends. I'll send them on their way, and then we can talk over. Let the hands fall! I need help from you! I cannot fight the mob alone! I cannot fight the mob alone! What do you think we're doing? I cannot fight the mob alone! Рановато. Козёл пусти. Бессырный. Уберите это от меня. Моё. Что вам надо? Моё это. Never. Чё, чё значит сразу бомба? Чё значит сразу бомба? Там бомба. Take cover!
это закончилось, только нет. Это чё? We've got to stop them. Sometimes I dream about... I can't shut it down. It looks like he's turned over control to the other side. You'll have to go into the core and do what you can. Sometimes I dream about... Как будто они здесь регулярно, а сегодня нет. At the moment of synapse, as I teleport, this chamber will be bathed in deadly particles that have yet to be named by human science. Perhaps when I have the leisure to do the work myself, I'll name one of them after you. That way you won't be completely forgotten. When the seasons are already collapsed, I will follow the universe as a matter of fact. На обед? Или вместо сыра? Still with us, Dr. Freeman. Not for much longer, I think. Great. If only you had honest. Are you speaking? Oh, whoa, whoa, whoa. Like this. Что случилось? Что? Что случилось? Чем меня убило? I can't believe this day finally come. I trust it will all make sense to you in the course of... Well, I'm really not at liberty to say. Кто это сказал? In the meantime... Говори, я тебя слышу. This is where I ask it all. Вот вы где. Я вас нашла. Я вас нашла. Здрасте, здрасте. Сыром снится. Посмотрите на них. Он навится, блин, с террористом. Шикарно.
Вот с таким ромбой. В плане, чтобы предыдущее быстрее было, чем предыдущее. Sometimes I dream about cheese. О, Клоп, ты не лагай, ты чё? Кленов Steam с загружалками. Отлично.